Верного вечный плод получите с подобием. Его не взяла фашистская пуля, не сломил гнет войны. Полный кавалер Ордена Славы. Мужество, отвага, самоотверженность. Качества, которыми обладал командир пулеметного расчета 75-го гвардейского стрелкового полка Иван Тимофеевич Егоров. За плечами героя Великой Отечественной кровопролитные бои, тяжелые ранения. Он не раз уходил от гибели и вновь рвался в битву, лишь бы родную землю не топтали немецкие захватчики. Он ушел на 95-м году, совсем немного, не дожив до 74-й годовщины победы. Уроженец села Лушниково Нижегородской области. С 43-го года Иван Тимофеевич служил в пулеметном полку. Он прошел Курскую дугу, был ранен, но сила духа русского солдата лишь окрепла. За жизнь товарищей по оружию был готов отдать свою. В августе 1944-го спас от гибели командира взвода управления, вынеся с поля боя. Уже в декабре сержанта Егорова наградили орденом славы третьей степени. Проводить в последний путь Ивана Тимофеевича пришли десятки людей, родных и близких. Свои соболезнования выразил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Уважаемый Иван Тимофеевич, память о вас мы навсегда сохраним в наших сердцах. В этот день мы вспомнили о вас и на главном параде в нашей области, на площади Куйбышева. Мы собрались здесь, чтобы проститься и проводить вас последний путь, отдать должную почести герою Великой Отечественной войны. Закаленный в боях и по завершении войны он продолжил службу в армии. После увольнения в запас окончил институт и стал агрономом-семеноводом. Неоднократно был в заграничных командировках. Человек, который любил родину, любил жизнь и боролся за нее, глядя в глаза смерти. Наш народ, наша молодежь, наше героичество показали образцы. Ими гордится не только наша страна, нашим героям, нашим подвигом гордится весь мир. Наши друзья за границей радуются нашим успехам. Еще при жизни на его доме в поселке Алексеевка городского округа Кинель установили мемориальную доску. Память о герое будет жива всегда.